Ну вот, пробую новую камеру. Здравствуйте всем. Клиника Кащенко вроде вышла на связь. Но такая фигня эта камера. Сейчас уходил Лёша мой на рыбалку. Я его фоткала. Ну, в смысле, на камеру снимала. Такие были кадры замечательные просто. Как он говорил про эту... Ну, рассказывал, какие нужно говорить слова, чтобы жена как бы провожает, когда мужа на рыбалку. Ни хвоста, ни чешуи. Он так это хорошо сказал. И, в общем, она у меня ничего не срисовала это все. Я не знаю. Я рыбу показывала. Придется еще раз показывать, какую он ловит. Которую мы сегодня будем жарить. Сейчас я покажу. Вот он сколько наловил вчера за один раз. А это вот рыбка. Ой. Это называется линёк. Линёк. О, какая. Хорошенькая рыбёшка. Вот это линёк. А так остальные там плотва и окуни. Ну, вот такие вот окунёчки. Можно их, конечно, и солить, и жарить. Вот плотва. Ее тоже можно солить. Ну, такие дела. Сейчас я вот завтракаю, проверяю камеру. Конечно, будет у меня такая сегодня. Я не знаю, как-то прям мне не нравится. Бледная очень. Вот будет у меня сегодня пробная такая. Пробная у меня сегодня будет картина. Не нравится мне. Она какая-то бледная. Но зато хорошо загружается. Телефон загружается. Новый же. Ну вот, я говорила про то, что я заплатила все ЖКХ, кабельное вчера. Взяла в кредит вот этот телефон. А12 он называется. Новый, в общем, какой-то. Ну, это Samsung. Вот я сделала вчера оливье на пробу. Мне хотелось посмотреть, хороший горошек я взяла по акции или нет. Я 6 банок взяла горошка. Хороший. Ну, так вот. Немножко я вот с этим телефоном просто сидела, разбиралась, какие приложения убрать, какие нет. Очень много навяливают приложений, которые тебе не нужны. Там эти игры, фильмы.
Я их убрала. И ТикТок тоже убрала. Ну, хотя ТикТок, там очень хорошо можно подписчиков половить. Не знаю пока. Он очень много оттягивает батарейки. Приходится зарядка батарейки, из-за этого ослабевает. Заряда берет много ТикТок. Вот, пока снимается. 6 минут. Я поснимаю 20 минут. Уж не обижайтесь, что у меня сегодня такое видео пошлое. Ну ладно. Сегодня что-нибудь поделаем с вами. Но мне было очень интересно сегодня, вот как я его провожала на рыбалку. А он непосредственный такой у меня. Он очень говорит интересно. Он бывает такие выдаст пословицы, там, поговорки. Что-то там такое. Ну, конечно, иногда и матюкнется. Но я чувствую, ему очень нравится тоже в камеру попасть. Уж не обижайтесь. У меня сегодня из-за этой камеры я расстроилась, что цветов нет совсем никаких. Ну, ты какая-то бледная, как поганка. Ну, ладно. Я, может быть, яркость убавлю. Но что-нибудь посмотрю в настройках. Ну, мне кажется, уже не справишься, если такая камера, она есть, она если есть такая. Да. Вот салат оливье. Я сделала, ну, у меня было все, кроме колбасы. Я быстренько отварила грудку. Потому что все было готово. Я вчера сделала его салат этот. Ну вот. Пока резала, она у меня сварилась. Маленько специй туда, куркуму положила. Хмели-сунели. Ну, естественно, соль. И вот я эту грудку отварила и порезала в салат. В общем, горошек. Вот я сейчас его на вкус пробую. Не-а. Не очень. Так, я не положила сахара себе в кофе. Ну, положила. В общем, хотелось мне его сегодня с утра показать, как он уходит на рыбалку. А я еще с камерой-то не очень. Оказывается, когда она работает, там вот время показывает. У меня ничего не получилось его снять. Хотя я вроде включила ее. Ну ладно, фиг с ним. Главное, что мы с вами опять встретились. У нас тут было прохладно из-за того, что у нас окна все старые. И я их всегда, ну, как бы старалась заткнуть. А в том году я мыла их, и все вот эти тряпочки, полосочки, которые там я закладывала, они все, естественно, я их вытащила. Надо заново все теперь затеплять. Но
Но мы не будем затеплять. Вот как есть 18 градусов у нас в квартире, так пускай будет. Ну, старые окна. Конечно, надо бы на пластиковые менять. Да я вообще пластиковые не люблю. От них столько сырости, а какая-то там конденсат, что-то. Ну вот. И у нас из-за этого в квартире 18 градусов. Еще были у нас загорожены одеялом там, куртками, телогрейками батареи. Чтобы у нас батареи, ну, как бы мы их закрывали, чтобы теплообмена было меньше, потому что было жарко. Начиналось, когда топить, начинали топить, они не регулировали ничего там на котельной. И поэтому нам было, когда на улице было, например, они включили 2 октября, на улице плюс 7, а не регулируется никак. И, короче, нам жарко здесь, естественно. Мы загораживали батареи одеялами ватными. И вот раз, а 18 градусов на улице-то. Вот уже недавно, где-то на той неделе, мы замерзли. Ну что, встали, давай быстрее открывать батареи. Вот, пооткрывали батареи, сразу так стало тепло. Ничего. Привыкну к этой камере. Главное сейчас немножечко с вами, чтобы у меня вы никуда не убежали, остались у меня. Потому что мне нравится очень с вами общаться. А сейчас начну чего-нибудь делать там. Вот. Вот эту рыбу мы сегодня, я буду сегодня жарить. Сейчас я загружу видео. Ладно, я пока салат не буду. Хватит, я уже поела. Вот я салату сколько сделала. Целую кастрюлечку уже половина осталась. А здесь у меня еще суп гороховый. Суп гороховый. В общем, полный холодильник. Колбаса такая. Сыр. А где же у меня другая колбаса? А, вот она. Еще вот такая. Сыр копченый. Так, это сосиски. Масло обязательно присутствует у меня. Иногда беру свойское. И вот купила селедку уже резаную для шубы. Вот такая вот селедочка. Ну ничего, посмотрим. Ну вот, в принципе, у меня всегда в холодильнике. Вот там варенье полно. Вон, яблочное. Вон у меня там ассорти банки. Огурцы ассорти. Это у меня кефир. Надо будет его еще использовать. Вот такие косточки. Ой, собаки, надо будет это все отдать. Полинке. Ну вот, у меня полный холодильник. Пойдемте, я вам покажу, какая природа у нас красивая. Вон там, смотрите. Видно? Вон какие у нас стоят деревья. Ну, вот такие дела. Пока еще маленько поболтаю, разрешите. Я вас, конечно, давно уже не приветствовала
на своем канале. Я, знаете, я сейчас... Ой, столько я всего вам расскажу. Ой, у меня столько новостей. Я буду с вами делиться и делиться. Вот все буду делиться. Так, вот сейчас мы пока пробное, как бы это самое, я сегодня пробное делаю. А так у меня вообще новостей очень много. Ой, столько расскажу. Ну вот. Я, значит, вот этот телефон взяла, он загружает получше. Вот. И я уже маленько к нему привыкаю, как-то все нормально. Вот, сейчас, по-моему, выключили свет у нас. Выключили свет, что ли? Вот видите, даже камера стала темнее. Ну ладно, мы сейчас это все посмотрим, что у нас там со светом. Вот. Значит, у меня вот эта рыба. Вот столько он поймал рыбы, вон там даже крупный окуня. Это он мне вчера принес. Я, наверное, сегодня устрою рыбный день. Может быть, да, сейчас буду чистить. Вывалю ее в эту миску и начну чистить. Ой, я так по вам соскучилась, это просто какой-то... Вот мы сейчас ее вывалим вот так. Я научилась у Самвела, на канале у Самвела, все делать одной рукой. Учусь, по крайней мере. Вот смотрите, какие тут окуньки у нас. Не видно, да? Вот у нас окуньки тут. Мелкие, да. Можем посолить. Ну вот, что это? Наверное, я не знаю, но так-то я окуньки-то жарю не чище, не чищу эту чешую. А вот это вот ленёк, я его сегодня пожарю, наверное. Да, я его пожарю. Ну, как бы мой говорит, попробуй в фольге сделать. Ну, пока как бы в фольге делать. Это вроде это праздничное такое блюдо. Чего его в фольге делать? Ну, там надо лимоном его промариновать, почистить и промариновать. Ну, если было бы хотя бы несколько штук, я бы сделала, наверное. Но я делала раньше в фольге. Ему вообще-то нравится в фольге, в этой духовке. Но он все равно поковыряет, а есть все до конца не ест. И мне вроде приходится доедать. Вот. А я особо не люблю фольге. Потому что он боится костями подавиться. Ну ладно, разберемся. Значит, мы сейчас как бы эту рыбу вывалили. И я буду с ней заниматься. Ну все, пока, значит, я с вами прощаюсь. Потому что 20 минут уже ведет видео. И я его поставлю загружать, а потом мы придумаем следующее видео. Ну все, спасибо, что вы со мной. Так, как тут нам выключать теперь это все?